λένε πολλοί ότι από την πλευρά της Εκκλησίας ότι είναι θέμα πίστεως και μήπως πρέπει να αντισταθούμε στα μέτρα που τυχόν λαμβάνει το κάθε κράτος. Δεν τίθεται θέμα πίστεως. Δεν είναι θέμα πίστεως. Δεν έρχεται το κράτος και κανένα κράτος να σου πει κλείσου στο σπίτι και να αλλάξει την πίστη σου. Απλά σου λέει μείνε μέσα στο σπίτι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν θα κολλήσεις εσύ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διασπορά του ιού και να μην κολλήσουν οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες. Οι πιστοί αυτό τελευταίο πρέπει να, άμα τους πούνε οι κυβερνώντες στη Ρωσία να κάτσουν σπίτι, πρέπει να κάτσουν σπίτι, και άμα κάτσουν σπίτι τι πρέπει να κάνουμε, αυτό ρωτούν εσάς. Αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός του μας λέει μην ψάχνετε άλλο τόπο από τον εαυτό σας. Ναι. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα και μπορεί να προσφέρει θυσία στο Θεό, την προσευχή, την νηστεία. Итак, пост духовный в первую очередь и молитва. Где? Дома. Это общее испытание. И говорить о том, что ладно, не будем соблюдать никаких санитарных обязательств, которые должны для каждого человека быть именно обязательствами, не будем. Господь управит. Опущение Божие. Вот почему мы просим вас стоять подальше от Бога. Потому что каждый, без исключения, чувствующий себя здоровым, может быть носителем этой болезни. И поступая необдуманно и легкомысленно, и самонадеянно, стать невольным убийцей. Надо не бояться ничего. Если Господь попустит нам умереть от этой болезни, воля Божья. Но, не боясь ничего, боясь только Бога, надо бояться того, что Бог ненавидит, а ненавидит Он грех. А грех это и есть то самое легкомыслие, которое может привести каждого из нас к тому, что он станет невольным убийцей, невольным причинителем зла своему ближнему. Мы должны не поставать против того режима, который вносит с собой коронавирус, технических, санитарных норм, которые нужно выполнять для того, чтобы не допустити поширення цього вірусу. Ми повинні їх зберігати. Не треба цим нехтувати. Є певні санітарні норми, які не нищать коронавірус, вони його припиняють, не дають йому розповсюджуватися. А нищить коронавірус Божа сила, яка подається нам через лікарів, через певні ліки. Оце нищить вірус. Тому я закликаю, як колись пророк Єремія говорив, що потерпіть, покайтеся і моліться. І виконуйте те, що сьогодні кажуть вам медики, ті, хто розуміє цю техніку безпеки при цій хворобі. Виконуйте це, але надійтеся на Бога і намагайтеся виправити своє життя, тому що наші гріхи являється причиною того, що сталося з нами. Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю, пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову, ты же, когда молишься, войди в комнату твою,
и затворив дверь Твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что всемогущий Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий, и своим воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремени переменит эту скорбь на радость встречи, восхваление Его в общей молитве за храмовым богослужением. И отрет Господь слезы со всех лиц, и снимет Господь поношение с народа Своего по всей земле, как учит нас пророк Исаия.